в общем, все приметы это Офицер 2012 или просто третья часть. Вот решил показать. Это когда записал. Что узнал, что она выходит не 14 или 15 числа. Сегодня у нас только 6, то есть пирачек могу забанить, ну ничего. Так, вот тут есть. Так вот, начинаем бой. Тут правило есть Bright или классическое. Так, насчет классического. Так, если пирать-то. Что за тяжеловес? Наверное. Пусть будет 5 раундов. Ловец новичок. Тени пусть посложнее чутка. Правило. Он пусть по умолчанию энергия. Это пусть обычно. Так, вот смотрим, кто тут есть. Сантос есть. О, знаменитый всем Брок Леснер. Единственное, кого я тут знаю, поэтому буду за него. Так, тоже противники. Так. Никого тут не знаю. Хотя, знаю, так, вот его. Хотя он не будет сейчас быстро так послабее чутка. Вот это вот Шейн Карл возьмем. Так, жарик можно взять. О, Мэдисон Сквер Гарден даже есть. Ого, уже рефери можно. Пусть вот это вот будет. Не знаю, в предыдущей части играл. Вторую, первую, вторая получше первой, должна, по идее, получше третьей быть. И становое введение, самое лучшее, что впереди правило Прайд. Кто могу показать? Так вот он Лестер, чаще похожий. Даже очень похож. Так, тут по поводу интернета точки выигрывает. Да они еще с охранниками даже выходят. Или кто это? Все, нашептал. Если что, так это врач какой-то, или того видел. Так. Ой-ой-ой, да нет, у него оружие. Это. Так, и мне шептал. Классно. Так вот он уже тут. Ждет Лестера. Вот у него все болеют. Так вот он Лестер. Где сам Лестер? Ух ты. Так, что-то у него страна не настоящая. Вроде как или ВВИ не настоящая, не понять. Вот он похож, в ВВИ у него такая же текстура. Врач даже свой, что он погладил. Так, ну, проверили, нет ничего. Ничего нет. Ну, короче, на ринге оба. Ух ты ж. Лестер-то молодой еще, так. Так, да, транс красивый. Так, кто вроде реально. Да, сделал бы в играх такую вот красивую заставку. Даже очень красивую. Ух ты ж, даже статистика есть. Уже рост, вес объявляют. Вот, его же люди хлопают за тебя. Так, где же Лестер? Он сказал, что Лестер. А, вот, теперь правильно, Миннеаполис. Ой, чё, 5 побед в поражении, чё за херня? Ох, как его объявили, Лестер, это наш. Так, что даже судью объявляют. Что еще надо к судье подгадывать вот мы? Что он? Ну, прикольно. Ох ты ж. Если бы это был рестлинг, он бы ему уже врезал бы давно по лицу и держал бы, конечно же. Одна девушка машет экран, да, так. Теперь понять, как удраться. Ой, так, стоп, стоп, что за хрень? Это надо отключить. Как эту херню отключить? Так, подсказки. Вот вылезать не будет.
Так, поехали. Сюда. Так. Так. Ага. Да. Вышло, вы видите, когда ногами-то не махал. Так. Графон красивый. Конечно же, выпнул чизбитки графонами. Или свои файтинги. Цены бы им не было. Так. Тут вообще заброски есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот там ревесирует, как его называется. Так. Давайте я потренируюсь, а? Тут должно быть на аналог, в принципе, странно. А вот захват. Ой-ой-ой-ой, о, лестно, потому что немецкий суплекс, ну давай. Чёлки. Вот, он должен был суплекса. Ну что он его зажал? Вот он, какой-то бросок. Забиваем на этого шейну. Так, даже кровь появляется, интересно, исчезнет, нет? Ёлки-палки, на тебе, на тебе. Это, так, что такое? Сейчас тут полевой делать. Так, как с него слезть, а? Это уже какая-то, это уже не бой идет. Ух ты ж. Чё, а? Что он упадет сюда? Вот он ничего не делает. Ну что, будем наблюдать. Чё, нормально здесь, что-нибудь такое. Еще бросок провести. Давай, Леснер. Давай, вспоминай свою Беллу. Ту Беллу. Тут нельзя такое. Так, что это? Хрень какая-то. Что? Ничего. Так, что такое? Отпустил, зачем ты его? Судья что-то снова ругается. Надо было все-таки помощь-то не отключать. И даже этого нет. Как такого хуга, что посмотреть. Ой-ой-ой. Вот. Ой, лесно, уже сумничок, что ли. Чёлки-палки. Вот, сделай болевой. Ох ты ж! Ты чё? Ой, ой, ой. Чуть сейчас не того. Так, у этого. На что он сел? Ну, стул подставили. Там, тоже такие, походу, мелочи. Так, что это такое? Могу сам себя полечить, что ли? Что за хрень? Ох ты ж, лучшие моменты. Да, вот он Лестер. Да, мы готовы. Раны не исчезают, это круто. Бег сюда. Бастер, бастер, бастер. Бег сюда, ты ч... Ой, потом броски делать. Все-таки надо включить помощь, потому что... Как сильно это удары. Ой, ёп! Японский городовой. Что ж такое, а? Бросок какой-нибудь сделай там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что там у вас на пипец? Вот Леснер. Открикивают Леснер, Леснер. Так, снова судья что-то говорит. Так. Все-таки должны быть же в игре сильные удары. Вот какие-то перхоты. Ох ты ж. Интересно, вот там нога-то поднимется, вот снова перкот и так. Ой, тёп, шкин. Типа махана Леснеру. Ой-ой-ой. Вот это да. Леснер слил. Так, еще один бой покажу, только уже поправит правила. Так, как видим, они тут все дружественные, то есть никто не лежит после матча почти что. А что еще за титул стал? Великолепно. Он меня за 2 минуты уложил. Так, где тут? Наверное, тоже слышите этот лай. Так, где тут правит правила, пробуй по ним. Или как-то уже без правил правит. Так, так. Ладно, за легкий вес лучше. Так, легкий вес еще. Так, титул, матч, не титул.
На новичке все-таки надо попробовать, что эти солью. Так вот. Из этих я точно никого не знаю. Возьму через попадет. Ну вот этого. Вот это китайцы. Или кореец. Или японец. Господи. А, это же японская лига, наверное. Опасно. Да, японец это у нас. Господи, тут еще и на ринге. Господи. Что это, Amazing Red? Похож. Так. Ух ты, же 4. Вот что утворяет. Какой сильный. Тут уже вес нормально хорошо показывает. И рост. Вот. Что прыгает, прыгает, сюда прыгается. Господи, ничего не 13 побед, 2 поражения всего. Так, мы готовы. Давайте. Так, ну сейчас. Господи, что это было? Куда? Вот тут ёп. Это должно быть. Ой, как китайцы так с английцу-то получили. Ой, японец их тут. То есть тут получится победить. Да. Он пропускает. Ух ты ж, чё, я по-моему уже победил, да? Нет. Допусти. 9 минут. Один раунд. Так, ну, что-то он ничего не может сделать. Уже кровь вытекает. Так. Сейчас убил. Как на гоблин бить. Он не умеет, что ли, так не надо. О, нормальненько. Снова. Ох ты ж, ничего себе. Так. Вот это. Сбивается, надо. Так. Посмотрит на нас такой же японец. Ой-ой. Ох ты ж, ну как так, а? Задолбал блокировать. Кил туда. Ой, что с ним? Что с ним такое? Что делать? Ой, что с ним такое? Что это было? Я его, походу, отключил. Так, посмотрим, что это случилось. Ой-ой-ой, точным ударом. Я что-то не дал. Вот как счет как-то. О, ёй. Это ж, о, ёпки. Четко, конечно, вырубил его. Так, снова тут видите момент, конечно, красиво было. В общем, кому игра понравилась, пишите в тему. Буду еще бои писать с нее. Вот как-то так.